Вот как выглядела Юлия Волкова на заре своей творческой карьеры. Яркая брюнетка, милая и сексуальная. А вот как девушка выглядит сейчас. Юлия Волкова до и после пластики – это два разных человека. В результате хирургии она постарела на целый десяток лет. Первую пластику певица сделала в 2008 году. Она увеличила губы, но вместо восхищенных взглядов и